здание, инфекционное, значит, отделение номер один, которое, значит, было приспособлено именно вот для лечения с диагнозом, как у меня, людей. Во-первых, я не увидел никаких там в коридоре там кровати дополнительные, там что-то там и так далее подобное. А все было достаточно пристойно, все культурно. Отдельные палаты, отдельный там, допустим, пост, значит, медицинский, где находится постоянно медсестра. Все было в движении, все в работе. И я не заметил такого, чтобы кого-то надо было дожидаться, кого-то там просить, что-то сделать, укол какой-то. Этого не было ничего. Люди работают с отдачей. От себя лично пользуются возможностью, если будет такая, передать просто и в адрес главного врача Багина, и в адрес врачей персонала всего большую искреннюю, просто сердечную благодарность от меня. Пожелание дальнейших успехов в труде. И самое главное, потому что в таком ритме работать, это не просто, им терпение, выдержки, ну и успехов дальнейших.